Всем большой привет! Вы на канале «Учимся готовить вместе» и с вами Елена. Сегодня готовим сыр Филадельфия в домашних условиях. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Все точные пропорции продуктов вы, как всегда, найдете в описании под видео. Давайте готовить! Берем 340 грамм сметаны и добавляем 1 чайную ложку соли с горкой. Сметана у меня домашняя. Если будете использовать магазинную, то покупайте жирностью минимум 20%. Так сыр получается вкуснее. Добавляем 280 грамм классического йогурта без добавок. Перемешиваем все до однородного состояния. Далее добавляем пол чайной ложки лимонного сока, у меня покупной, и еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь под друшлаг ставим мисочку или лоточек. Друшлаг застилаем марлей в 4 слоя. И выливаем на марлю нашу сметано-йогуртовую массу. Накрываем аккуратно все марлей. Ставим тарелочку или блюдечко и груз. У меня пол-литровая банка с водой. Отправляем нашу конструкцию в холодильник на 12-16 часов. Я оставляю на ночь. У меня прошло 16 часов. Убираю груз и блюдечко и перекладываю сыр на тарелочку. Открываем марлю и вот такой замечательный домашний сыр Филадельфия получается. Перекладываем готовый сыр на тарелочку или сразу в посуду, в которой будете хранить в холодильнике. Структура такого сыра намного нежнее, чем у магазинного, и он более сливочный по вкусу, но очень похож на настоящую Филадельфию. Тем более такой сыр получается в разы дешевле, что очень радует. Такой домашний сыр Филадельфия можно использовать в разных кремах, десертах, суши или просто сделать с ним вкусный бутерброд на завтрак. Обязательно попробуйте приготовить. Надеюсь, рецепт вам понравился. Всем добра и позитива!